Сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» ми тренуватимемось зі справжніми майстрами своєї справи. Знайомтеся! Олександр Бондар – абсолютний чемпіон Києва, Одеси, дворазовий чемпіон України. Здравствуйте! Сьогодні з вами передача «Спорт у місті Н» і я, Олександр Бондар, і прекрасна дівчинка Іра покажуть вам тренування ног. Ноги, як ви всі знаєте, для дівчинок – це одна з найголовніших мишць. Ноги всегда ценились, мужчины на них всегда смотрят. Хорошие, большие, красивые, длинные ноги, красивая попа всегда будет очень выгодно смотреться на вашем теле. И начинаем мы с первого упражнения. Первое упражнение будет разгибание ног сидя. Разгибание ног сидя – это как разминочное упражнение. Оно даст вам кровоток в ваши квадрицепсы, в коленные суставы. Хорошо разогреет ваши ноги перед дальнейшими упражнениями. Его важно делать первым или можно делать в самом конце. Но сегодня мы начинаем именно с него. Сейчас Ирина продемонстрирует вам, как его правильно делать. На выдохе мощным движением поднимаем до полного распрямления ног в колено. Подняли на выдохе и плавненько опускаем. Ни в коем случае не бросаем назад снаряд. Подняли, опустили. Секунда на подъем, секунда на опускание. Выполняем в таком темпе. Вторым упражнением будет жим ногами. Жим ногами – это уже более базовое упражнение, где участвуют все мышцы ног целиком. Это и квадрицепсы, и бицепсы бедра, и ягодичные. Сейчас Ирина продемонстрирует, как его выполнять. Ножки ставим по центру, параллельно друг другу. Есть много вариантов постановок ног. Ну, для начала используйте самую классическую форму выполнения. Выдавливаем снарядик, снимаем с страховочки, опускаем плавненько до касания ног животика и выдавливаем вверх на выдохе. Давим мы пяточками, также не спеша, плавненько опустили и мощным движением выдавливаем ее вверх. Выполняем приблизительно 15 повторений в 5 подходов. Третьим упражнением на сегодня будет суперсет. Суперсет – это упражнение, которое состоит из двух упражнений, которые делаются по очереди. Начинаем мы со сгибания ног. Сгибание ног лежа в тренажере задействует мышцы задней поверхности бедра. Выполняем также в плавном темпе. Мощно подняли, плавненько опустили, растянули мышцы. Мощно подняли, плавненько опустили, растянули мышцы. Выполняем в этом упражнении 15 повторений. После этого упражнения мы сразу переходим на другое, без отдыха. Вторым упражнением в нашем суперсете будет сведение ног в тренажере сидя. Сведение ног в тренажере сидя задействует приводящие мышцы бедра в комплексе со сгибаниями, приведениями ног. Это очень даст хорошую накачку и тонус мышц внутренней поверхности бедра. Сейчас Ирина принесет, как делать. Разводим ноги и на выдохе сводим ножки вместе. Стараемся так, чтобы пяточка пришла у нас к пяточке. Делаем плавненько, растяжение и сгибание. Также выполняем 15 повторений. Всего нам нужно будет выполнить таких 3 суперсета по 15 повторений в каждом движении. Следующим упражнением будет тяга на заднюю поверхность бедра в тренажере Смита. Это упражнение очень хорошо прорабатывает и растягивает ваши задние поверхности бедер и ягодичные мышцы. Сейчас Ирина продемонстрирует вам, как его правильно выполнять. Подходим к снаряду, вплотную берем, ручками снимаем со стоечек штангу, головка смотрит у нас вниз, шею не напрягаем, смотрим вниз и стараемся на прямых ножках опустить штангу до шнурков. Растянулись и пяточками мощным движением поднимаемся обратно вверх. Ножки мы при этом не сгибаем. Ножки у нас остаются в том же положении, как и в начале выполнения упражнения. Делаем это растягивающим движением. Выполняем тут 5 подходов по 15 повторений. Завершающим упражнением на сегодня будет мах с нижнего блока, стоя на скамье. Для выполнения этого упражнения нам понадобится специальный манжет, который крепится на щиколотку ноги. И Ира уже одела его и подсоединила. И сейчас покажет вам, как выполнять данное упражнение. Становимся на скамеечку. В корпусе ровный, прогнулись. Это упражнение задействует ягодичные мышцы. И делаем толчок ногой назад. Вся сила у нас выходит из пяточки.
Задержались вверху, прожали мышцы и плавненько убираем ножку назад. Также выдох при усилии. Когда мы поднимаем ножку, мы выдыхаем. Очень хорошо задействует большую ягодичную и малую ягодичные мышцы. Должны выполнять по 20 повторений в 3-4 подхода. На сегодня тренировка ног закончена. Тренируйтесь вместе с нами, и вы станете самыми сильными и красивыми. Всем спасибо, до новых встреч. До свидания.